Сразу несколько патрульных автомобилей участвовало в задержании двух наркоманов. На улице Волочильной легковой автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС. Машина передвигалась неуверенно и виляла по дороге. Когда автомобиль под управлением неадекватного водителя остановили, на сотрудников полиции посыпались оскорбления. Я не ехал на машине. Ты же говоришь, что я ехал, а я говорю, что я не ехал. Я тоже могу врать, так же, как и вы, нагло. Согласен. Вы мне нагло врете в глаза, я буду так же нагло вам врать. Я вас как-то обманул? Я не ехал на машине. Что ты, это не обман, что ли? Ты что? Ты с вами таким тоном не разговариваешь. А как с тобой разговаривать? Что, ты же достал меня. Я не ехал на машине. Вы меня остановили стоящего, я даже не находился в машине. Я отказываюсь от этой экспертизы, я никуда не поеду. И от этой, то, что если я дышал, ездили, отказываюсь. За рулем не были, вы почему отказываетесь? Я не ехал за рулем. Кто видел, что я ехал за рулем? Никто. Спросите у того, у всех здесь спросите. Я не ехал за рулем, я стоял. Инспектор, подойдите-ка сюда. Где я ехал на этой машине? По какой улице? Вы подошли к машине сами, попросили у меня документы. Я вышел из-за двора, Я в споры с вами, не намерен вступать. Я вышел из-за двора. У тебя при себе есть что-нибудь? Честно говори, потом тебя тоже будут осматривать. Что-то запрещенного имеется? Было выявлены признаки наркотического опьянения у водителя. При остановке данной автомашины водитель вел себя неадекватно. Выражался грубо нецензурной бранью в адрес инспекторов, пытался скрыть свои документы, не предоставлял их и пытался выбросить их в зеленое насаждение. Машина моя стоит там, я иду, он подходит, иди сюда, проверка документов. Я что, на ней ехал? Какой я пьяный, хоть я какой, я на ней не ехал, на этой машине. Сейчас инспектор покажет состояние. И что дальше? Вот инспектору я не понравился, он у меня начал выдирать документы, он все мне порвал, теперь говорит, что я пьяный, сейчас буду дышать. Потом еще что-то в машине нашли. При осмотре данной автомашины на заднем пассажирском сиденье была замечена аптечка открытая, в которой находились шприцы, содержащиеся в них жидкостью белого цвета. А с чем это шприцы вот сзади у вас лежат? А? Я пассажир. Ну вы знали, что я пассажир. В машине наркотики. Я пассажир. Зачем наговариваете? Какие наркотики? Иди попробуй что-то на вкус. Ну а что это? Ну иди, я не знаю, что это такое. Вы употребляете сами наркотики? Я нет. Что, похож? Ну а вот друг ваш, который в машине? В чем здесь мой друг? Не знаю. Я не знаю. Может быть. Ну на место вызвана следственно-оперативная группа, которая будет изымать данные шприцы и отправлять их на экспертизу. Имеется подозрение, что в данных шприцах находятся наркотические вещества.